Шуто сакуцу учикоми. Шуто сакуцу учикоми дес. Движение очень похоже на сейкен чудан. Только сейкен превращается в шуто. Метимса в ключицу. Встречаемся с атакующей рукой противника и бьем в ключицу. Такие случаи часто бывают. Рука с позиции реверсивной руки идет вперед. Пальцы нацеливаются в противника. Как будто мы разрезаем ножом. Так же, как и в сейкендзуке, открывать подмышки не нужно. Поэтому не выносите сначала локти. Плечи обязательно должны быть опущены, подмышки закрыты. Движение четко вперед в цель. Эй, чертей! Эй, сам! Эй, 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 эй